Добрый день, мои друзья! Кавифорния с вами! Всем привет всем моим друзьям, подписчикам, всем! Сегодня хочу поговорить о том, о смешном. Знаете, что я пишу иногда комментарии под видеоблогами, под видео различных русскоязычных иммигрантов. И вот их любимки начинают писать, типа: Людочка, Олечка, как вы можете верить этому человеку? Да вообще не обращайте на него внимания, это тролль какой-то с такой аватаркой. Таких людей, с таким именем, таких людей не существует. Вот вам хочу показать. Avalon Beach Resort. Это у них заборчик такой красивый. Вот моя аватарка, это моя реальная фотография, сделанная здесь, на фоне этого забора, 3 года назад. Это пляж, здесь у них живут собачки, щеночки. Взял щеночка и сфотографировался. Этот отель 4 звезды, очень популярный был среди русских туристов, особенно которые приезжают группами. Сделан в таком традиционном современном тайском стиле, с черепичными крышами. Зеленая территория, видите, бассейн в центре, вокруг пальмы, деревья франджипани, красивые скульптуры тигра охраняют вход, домики для охраны в стиле пагоды. Так что вот на моей аватарке моя реальная фотография. И все комментарии, которые я пишу, это то, что я действительно думаю. Никак. Зовите троллем, не троллем. Не знаю, там называют какая-то фабрика троллей в Санкт-Петербурге. Извините, я там не живу. Да я вообще нигде не работаю. Видите, целый месяц в Таиланде провожу. Вот этот очень красивый отель, недавно построенный, 4 года назад. Welcome World. Как раз 3 года назад я отдыхал в нем, он 5-звездочный. Тоже такой современный тайский стиль. Бассейн у него красивый, перетекающий из одного в другой, со скульптурами. Большие комнаты, светлые, с хорошей мебелью. Ресторан вот здесь для завтраков на 1-м этаже, с великолепным выбором. Ну и там все есть на территории отеля, и массажные салоны, и магазинчики. Ну, не знаю, зачем там сидеть. Ну, может быть, с детьми хорошо, там горочка есть небольшая, вон там вдалеке дети плавают. Здесь вот есть пляж, натуральное море. Видите, с собачками гуляют, вот они. Вот я здесь подобрал. Вот это один из жилых домов кондо, где тоже можно снять. Кондо в аренду. Вот кафешечки какие у нас, кофейный магазин. Кофе Works. А вот какие традиционные отели. Старые. Примерно как Людок недавно отдыхала у себя во Флориде. Но зато какие красивые, видите, с традиционной культурой, с рисунками. Вот. Тоже кафешечка очень популярная. Но не очень дешевая. Ну вот и все, что я хотел вам сегодня показать. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, будьте счастливы.